Всем привет! С вами вы. Сегодня мы отправимся на гиганта со стадию 10 для того, чтобы его покорить наконец-то. Итак, для того, чтобы начать смотреть это видео, мы сначала должны разобраться с тем, какой отряд я имею. Итак, в отряде моем Гиллхан, он дает резист поджогу. Делонс, главный носитель урона. Обратите внимание, что у него оружие заточено на плюс 20. Елена имеет сет на повышение шанса критического удара, пуха плюс 15, и Карин имеет сет на уменьшение отката навыков. А тут, к сожалению, перчатка закралась, не обратил внимания, когда снимал видео, ну, осталось так и осталось, ничего страшного. Ну что, отправляемся мы на Гигантуса. Бой начинается. Первым делом сейчас я буду убегать от босса и от его первых атак. Чуть-чуть ударил босса. Сейчас появится полоса длинной атаки. Уклоняюсь. Сейчас появится кружочек. Буду тоже уклоняться для того, чтобы он не унес моих героев. И бью босса. Сейчас он кинул массовый поджог. Поджог не сработал. Разрез когтем. Убегаем лучше, иначе он унесет моих персонажей. И после разреза когтем у него образуется вокруг кружочек, который тоже нужно оббегать. Оббегаем вокруг. Когда все на выход, лучше гигантуса бить, не терять ни одной секунды и наносить ему как можно больше урона. Ну, вызвал своих приспешников. Здесь только остается нам бегать вокруг. Разрез когтем. Сейчас он прыгнет, образуется кружок. Не подходим. А теперь подходим. Обратил следующее, что нельзя, чтобы Карин была далеко от своего отряда. Иначе гигантус будет намерен прыгнуть на Карин, и Карин, скорее всего, погибнет. Ну и все делаем по обкатанной схеме. Полоса, сейчас кружочек должен образоваться. Отбегаем, прыжок и атакуем гиганта снова. Разрез когтем отбегаем. Образуется большой кружочек, тоже отбегаем. Но тут я не успел отбежать. Бьем. И тут массовые залпы пошли гигантуса. Остается только бегать. Атакуем. Как видите, кнопку сбора я не выключаю. По причине того, что я вам говорил уже выше. Если Карин будет далеко от отряда, то гигантус прыгнет на Карин. И, к счастью, Карин погибнет. И ничего хорошего от этого потом не будет. Итак, приспешники бегают. Опять образуют эти кружочки. Разрез когтем. Не подходим к гигантусу. Подходим. Атакуем, наносим как можно больше дамага. Опять гигантус начал выстреливать. Отбегаем. Полоса. Бьем босса как можем. Отбегаем. Ну и сейчас скоро будет прыжок. К счастью, мой отряд выжил. Экстренно нажал на моего питомца, чтобы восстановить здоровье всем. Подавление сработало. Дамажим. Стоим около босса. Пока он не отойдет от подавления. Наносим урон. Сейчас, по-моему, он отойдет от подавления. Отошел. И начинаем все по той же схеме. Наносим урон. Ну, у босса осталось 6%, я нацелен наносить урон, несмотря на то, что эти образуют всякие кружочки. Делонс мы погиб, но у Карин было восстановление жизни, что хорошо мне помогло. И видите, гигантус спал. Таким вот образом можно уничтожить этого гигантуса. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. Пока-пока.